действия коррупции, ну и ладно, это я вам расскажу. Но там дальше будет очередь на примере Санкт-Петербурга. Вот это уже большие проблемы. Ну, тот, кто меня слушает, я этими делами достаточно давно занимаюсь, то мой пунктик — это стратегии противодействия коррупции, где есть комплексная стратегия, как я ее называю. Чего? Я про электричество пойду, узнаю. Так а ты чего? Стратегия осознания, предупреждения, пресечения. То есть сначала понять, что коррупция — это плохо. К сожалению, это далеко не очевидно в нашей стране. Далее, что надо сделать, чтобы она не возникала. И, наконец, если возникла, минимизировать ее последствия и наказать виновных. Ну и во всех этих стратегиях осознания, предупреждения, пресечения, роль структур гражданского общества очень велика, и это признают и наши органы власти. На словах это признают наши органы власти, на словах это признают структуры гражданского общества. Это проблема проблем. Не только власть, а власть сакральна по определению, не желает, чтобы в ее дела вмешивались институты гражданского общества. Но и институты гражданского общества не желают тратить свое время, нервы и энергию на такие дела, как противодействие коррупции. Причем по нашим исследованиям основная причина, их несколько. Первое, это... как-то сказать, бесполезно. Вторая — это очень затратно. И третья — это страшно. Ну ладно. Все-таки что-то такое делается. Вот Елена Александровна Вандышева немножко на слайдах показала, какие формы и механизмы участия институтов гражданского общества возможно. Можно объединить все эти формы и механизмы в одно понятие – гражданский контроль. На самом деле там здорово развивается при этом. Гражданский контроль сводится, первое, к выявлению проблемы, второе – к ее мониторингу, и третье – к доведению до сведения общественности результатов этого мониторинга. Ну, отсюда уже дальше, если опять идти, это будет и гражданское образование, и, собственно, мониторинг законодательства, и проектов законодательства. Это будет и антикоррупционная экспертиза, это будет и продвижение законодательных инициатив, и еще много чего. Применительно к Санкт-Петербургу. У нас есть совершенно конкретные институты гражданского общества, которые этим делом занимаются. Занимаются и выявлением проблем, занимаются их мониторингом, занимаются доведением результатов мониторинга до общественности. Моему огромному сожалению, деятельность таких групп не согласована, абсолютно разрозненно, ну, можно сказать, случайно. Что делать? Еще один тезис. Противодействие коррупции как раз та проблема, где без взаимодействия с органами власти результатов не добьешься. Другое дело, что это за взаимодействие? Ну... покуда можно, на мой взгляд, взаимодействие должно быть конструктивным. Ну, а когда не получается, ну, тогда я не знаю. Тогда как-то оппонирование, конфронтация, что-то еще. То есть соглашаться и согласовывать все можно до определенного предела. Санкт-Петербург – это как раз тот субъект федерации, где, конечно, разумеется, есть коррупция. И одно время
по исследованиям фонда НДЭМ сказано было, что средний размер взятки из всех регионов, они там их аж 43 исследовали в Санкт-Петербурге, максимальный. Тем не менее, здесь все-таки ну, не очень на слуху и не так заметны такие ну, уж страшные коррупционные проявления. Ну, в этом смысле, может быть, и, так как не слишком это освещение, раз не слишком коррупционные проявления, не слишком они отличаются в средствах массовой информации, соответственно, ну, как-то, может быть, поэтому не слишком высока активность институтов гражданского общества. Тем не менее, еще раз говорю, две проблемы. Первая, это, вообще говоря, отсутствие заинтересованности структур гражданского общества участвовать в противодействии коррупции. Про власть я не говорю. Я еще раз повторю. Власть сакральна. И просто так свои дела никто пускать не будет. Вот. Нужна политическая воля. Политическая воля сверху. Насколько нам известно, по крайней мере на словах, по крайней мере провозглашается такая воля с самых верхних наших руководителей. Мы сейчас про них говорим. То есть отсутствие мотивации структур гражданского общества. И второе, даже когда такая мотивация есть, это деятельность таких институтов не скоординирована, не согласована, разрознена. Мы, кто такие мы? Центр стратегия, ОНО Содружество, Высшая школа экономики. Достаточно давно взаимодействуем, можно сказать, сотрудничаем с Комитетом по законности правительства Санкт-Петербурга. И если кто знает, в Петербурге есть такой межведомственный совет по противодействию коррупции, опять-таки, куда входят представители много каких комитетов. Вот. Касательно представителей гражданского общества, там есть такие представители. Касательно представителей некоммерческих организаций, там, на мой взгляд, таких представителей нет. Мне очень тяжело обзывать представителями некоммерческих организаций председателя торгово-промышленной палаты и председателя Союза ректоров Санкт-Петербурга, больше нет. Ладно, 2 года я Вандышева, вообще говоря, ну, чуть-чуть не научно, капаем на мозги руководителей Комитета по молодежной политике, Комитета по законности о том, чтобы включить в этот межведомственный совет реальных представителей некоммерческих организаций. Опять-таки, на наш взгляд, ядро гражданского общества – это некоммерческие организации. Может и не так. Сейчас очень большую роль общественной инициативы занимает. Ладно. Капали. В июне прошлого года докапали. При этом межведомственном совете создана рабочая группа по взаимодействию со структурами гражданского общества. И туда действительно входят структуры гражданского общества. Я узнал из информации, что председатель этой рабочей группы, отгадайте с 3 раз, кто? Я! Нет, видите, это, конечно, достаточно смешно, что узнаешь это, но тем не менее, вот факт. Капали-капали, такая структура создана. Другое дело. Опять-таки, вот передо мной есть состав этой структуры. Я фамилии называть не буду, но одну вы сами назвали. Это одна. Его не откажусь я в удовольствии назвать. Милонов Виталий Валентинович, председатель Комитета по законодательству Законодательного собрания. Он еще и коррупцию занимает. Кто там? Смотрите. Там действительно она примерно наполовину это некоммерческие организации. Проблема в том, что я еще раз говорю. По-видимому, это я не знаю, ну, болезнь наших правителей. Ну, так сформированная рабочая группа работать не будет. 3 месяца мне их собрать не удается. Кроме тех, которые, ну, я и не сомневаюсь, что они и так будут заниматься без этой рабочей группы.
начальник отдела социальных программ взаимодействия объединения комитета по молодежной политике. Раз. Заместитель председателя Ленинградской федерации профсоюзов. Два. Член Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко». Три. Председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. Четыре. Юрисконсульт Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра стратегии. Это не я, это Лена Ванечева. ИО начальника отдела агитационно-пропагандистской работы исполнительного комитета партии «Единая Россия». Секретарь правозащитного совета. Это Наталья Евдокимова, она отказалась участвовать в рабочий день. Президент благотворительного общества «Невский ангел», это Лукьянов Володя, тоже отказался. Дальше Милонов, председатель комитета по законодательному собранию. Член Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ, глава муниципального образования «Гавань», член Совета местного отделения партии «Справедливая Россия» и секретарь, ведущий специалист отдела социальных программ и взаимодействия с общественными объединениями комитета по молодежной политике. То есть создана структура, вот есть у нас в Санкт-Петербурге, у нас нет общественной палаты, слава Богу. Зато есть общественный совет Санкт-Петербурга. Вот это наподобие, знаете, общественного совета, почетные граждане, свадебные генералы и так далее, и так далее. Нерабочая структура. Тем не менее, еще раз говорю, предложения институтов гражданского общества, вообще говоря, учтены, что-то такое создано. Ну и мне это надоело, я честно говорю. И возникла идея, давайте сделаем все-таки что-то, что будет работать. Так возникла идея о создании координационного центра. То есть это общественный центр по координации усилий гражданского общества в Санкт-Петербурге, которые эти самые структуры гражданского общества заняты противодействием коррупции. Эта идея достаточно долго обсуждалась на семинаре. В рамках, кстати, проекта, поддержанного комитетом по молодежной политике, это факт. И в конце концов, ну когда это было? Это 27 декабря. 27 декабря 2012 года. В этом самом помещении. На нашей кафедре в Высшей школе экономики мы конституировали, что такую штуку мы делать будем. И 17 января сего года, не так давно, мы учредили этот самый общественный центр. Я не знаю, размножена концепция его, нет? Нет, понятно. Ну и ладно, не размножена и не размножена. Я вышлю всем, кому она нужна. Добро. Что это за организация, чем она будет собирается заниматься, зачем, для чего, с какой целью мы ее сделали. Значит, в первую голову вот это вот вызывало и до сих пор вызывает вопросы. Главная задача центра — это координация деятельности некоммерческих организаций и иных институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции. Сами мы мало чего будем делать. Сами как центр, да? Но предполагаем, вот так вот, грубо говоря, от имени, вообще говоря, мы понимаем, на что замахиваемся. Координировать усилия институтов гражданского общества, тут что нас оправдывает? Не всех, а только тех, которые занимаются противодействием коррупции. А таких не очень много. Ну и, соответственно, совершенно конкретно, наши цели – это обмен информацией между некоммерческими организациями, занимающимися противодействием коррупции, а также между некоммерческими организациями и органами власти. Вот Елена Александровна говорила, что… Говорила о том, что… Каждый год в Санкт-Петербурге, вообще в Санкт-Петербурге достаточно развитое антикоррупционное законодательство. О дополнительных мерах по противодействию коррупции наш городской закон, так он еще аж раньше федерального, вообще говоря, тоже в 2008 году, но раньше федерального.
Потом у нас есть специальные законы об антикоррупционной экспертизе, вроде закона, постановления о мониторинге антикоррупционном, это прямо закон свои, все законы 2009 года. И каждый год принимается план противодействия коррупции, каждый год. Вот. Ну, ладно, жалко только, что вот как раз вот взаимодействие со структурами гражданского общества, там мало внимания уделено. Есть там это самое пункты, которые затрагивают деятельность этого самого межведомственного совета. Есть план работы межведомственного совета. Вот. Ну а так как в рабочую группу при этом межведомственном совете входят, в том числе и будут указывать пальцем, да, то мы будем предлагать, вообще говоря, приглашать на те заседания, которые с нашей точки зрения будут очень интересны структурам гражданского общества, то представители этой, значит, рабочей группы, которые гражданское общество представляет. Вот такого рода обмен информацией. Со своей стороны мы будем информировать органы власти о деятельности структур гражданского общества по противодействию коррупции в рамках, каких я сказал, это выявление проблемы, это ее мониторинг, это доведение результата мониторинга до общества. Важнейший аспект этой проблемы – это информирование некоммерческих организаций о деятельности друг друга. Одна из причин, ну, самое главное, я сказал, просто не хотят. Ну, не хотят, боятся, что-то еще. Люди этим заниматься. Все-таки они еще и не знают о том, что делается, что можно делать. Вот в этом смысле информирование – это важнейшая часть. Вот Татьяна Сергеевна Дорогина о первом нашем собрании рассылку сделала, и уже какие-то отклики на эту рассылку имеются. Далее. Встречи и обсуждение ситуации в городе и стране, касающейся участия институтов гражданского общества в процессе противодействия коррупции. Понятно. Планирование и проведение конкретных мероприятий, направленных на усиление участия НКО в процессе противодействия коррупции. Тоже понятно. Просветительская деятельность. Но она и так ведется. Я не знаю, сейчас курсы по противодействию коррупции во многих высших учебных заведениях читаются. Я и Елена Александровна такие курсы читают в отделении вышки. Есть такие курсы. Сам, здесь я видел. Вот. И в других вузах наших, то есть. Проводятся антикоррупционные семинары, хорошо бы, чтобы это было более или менее согласовано. Не в том плане, что вот делай как я, да? А в том плане, я знаю, чего делаешь ты знаешь, чего делаю я. Как мы это собираемся делать? Еще раз говорю. Все через своих членов, то есть делать будут организации, которые в этот центр войдут и уже вошли. А центр у нас, мы планируем, что он будет достаточно большой в настоящее время. Там, ну, в настоящее время не очень большой, сколько там, 13 или 14 членов, причем членами могут быть как физические лица, так и юридические лица. Пожалуйста, статус юридического лица не предполагается в этой организации. А что предполагается? Совершенно конкретно я вам попробую засчитать деятельность центра. Значит, центр через своих членов осуществляет сбор и обработку информации о социально значимых инициативах граждан и некоммерческих организаций в сфере противодействия коррупции, организует проведение семинаров, общественных слушаний с обсуждением таких инициатив. Еще раз говорю, через своих членов. А члены — это не только там Михаил Горный и Елена Вандышева, это еще и организации. Там, ОНО Содружество, Центр стратегии, которые такие вещи делают. Центр через своих членов осуществляет осуществляет координацию усилий институтов гражданского общества в городе по проведению просветительских и обучающих мероприятий, направленных на создание нетерпимого отношения к коррупции. Вошло это направление
перечень направлений, которые делают НКО социально ориентированными. Ваш слово. Есть у нас законодательная поддержка? Да, есть. Делаем мы это и так? Да, делаем. Тут на самом деле деятельность центра, по сути дела, собрана, а, что должно делаться, и, б, самое главное, что уже по факту делается в Санкт-Петербурге. Но делается разрозненно, делается как-то неупорядоченно, ну, не согласованно. Постараемся согласовывать. Наконец, центр. Да, два главных направления, что он через своих членов осуществляет координацию усилий независимых экспертов по проведению антикоррупционной экспертизы. Да? У нас в этом центре есть аккредитованные эксперты. Ну, наиболее известных это Наталья Леонидовна Евдокимова. Она достаточно много нормативно-правовых актов, точнее, законов проэкспертировала, правда, на федеральном уровне. И, наконец, центр через своих членов осуществляет деятельность по продвижению проектов нормативно-правовых актов, направленных на противодействие коррупции. Эта деятельность также вовсю идет, разработан и лежит на обсуждении в законодательном собрании проект закона о взаимодействии НКО и власти в сфере противодействия коррупции. Последнее, что мы делаем, это хотим все-таки поправить закон о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в той части, что привести его в соответствие с федеральным законом и ввести туда направление создания нетерпимого отношения к коррупционному поведению в перечень направлений, деятельность которых делает некоммерческую организацию социально ориентированной. Приглашаем всех, это уже считайте как реклама, да, присоединяться к деятельности этого центра. Собираться мы будем в Высшей школе экономики. Следующее собрание будет в середине февраля. Ну вот, мне, например, очень приятно в зале видеть некоторых членов этого центра. Спасибо большое. Спасибо большое. А есть какие-то вопросы, соответственно, или замечания к выступлению Алены и Михаила Владимировича? Есть пожелания. Да, пожалуйста. Можно... Только давайте представляться. Кирилл, Людмила, Ленинградская область, Севский район. Пожелание упоминать иногда Ленинградскую область. Очень режет ухо и обижает, когда вы говорите только о Санкт-Петербурге. Ради бога, извините, но я в Ленинградской области ни уха не рыла, честно говоря. Вы, наверное, все понимаете, что перспектива у нас слияние, хотя я противница, да? Но когда вы говорите все время только о Петербурге, то как-то теряется смысл своего присутствия здесь. Понятно. Нет, Людмила, вы извините, просто именно выступление... Задача, тема выступления. Я создатель стратегии. Так, я прошу у вас изменения, раз и далее. Я попросила учесть, что есть еще Ленинградская область. Все фразы, где стоит Санкт-Петербург, считайте Санкт-Петербург и Ленинградская область. Спасибо. Да, пожалуйста. Я хотел спросить, Садкин Алексей, муниципальная пила. Я хотел узнать, я услышал только информирование населения и создание негативного отношения к обществу. Больше коррупции. Да, негативного отношения. Больше ничем не занимается, только планирует заниматься. Мы только 17 числа создались. Но я могу вас информировать, в обществе уже есть негативные отношения. Может, вы не заметили? Не заметил. Ну что делать? Спасибо. Ничего, это мы обсудим. А. Еще полдня мы его найдем. Еще есть замечания? Или пожелания еще? В принципе, я хотела бы больше прикладного значения. Не только координация, а на самом деле больше прикладного, потому что у нас много проблем, с которыми мы сталкиваемся, и практического результата помощи нет. Вот координация для тех, кто интересуется этим вопросом, ее можно и по интернету найти, куда обращаться. Мне доказалось, что ты действительно это все сегодня будет обсуждаться. Ладно, хорошо, еще раз говорю. Все это, конечно и разумеется, будет делаться, но не этим центром, а организациями,
которые входят в этот центр. Центр стратегии, но я его исполнительный директор. Оно содружество, я его директор. Программа – это самый открытый бюджет, прозрачный бюджет. Но вот сейчас нам, скажем так, не очень это самое заинтересованы, чтобы мы эту программу вели. Но мы ее будем вести. Обязательно будем, потому что ситуация так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вот. С прозрачностью бюджета, ну это ужас. Я все время радовался и говорил, что вот пример прозрачного бюджета это Санкт-Петербург. Тут уже без Ленинградской области, извините. Вот. Теперь у нас нифига себе, это кто это самое? Слышал кто-нибудь про виртуальные общественные слушания? Общественные слушания виртуальные. Вот это одна из новелл Санкт-Петербурга. Где бюджет это самое обсуждается по интернету. Не знаю. Может быть. Я знаю, что это бюджетные. Ну да, тогда, конечно, результативные. Это безусловно. Это просто. Вот. Мы все-таки хотим. Я же помню, как было. Когда на основании бюджетных слушаний, которые делал Центр стратегии, принимались реальные поправки бюджета. Вот. Открытость и доступность информации. Проекты ИРСИ. Проекты гражданского контроля. Организации есть, и они это самое действуют. Но хочется, чтобы они действовали согласованно. Понимаете? Как-то так. Спасибо. А можно еще помнить? Да, пожалуйста. Да, конечно, у нас абсолютно разные мнения, да, и о результативности слушания, но я еще раз хочу подчеркнуть, да, ввиду нашей цели не рассказать о центре какого-нибудь хорошего замечания. Наша цель – собрать людей, у которых есть знания, опыт в этой сфере и желание что-то делать. Соответственно, тут каждый может участвовать так, как он видит. И это работать будет по принципу партнерства, основанного на знаниях. То есть у нас есть какой-то опыт реализации проекта, и мы им готовы делиться, рассказывать подробно, как сделать такой проект. И мы хотим услышать, что еще делать. Вот, например, муниципальная дела, да, почему я, собственно, и обратилась к вам, я очень хотела, чтобы вы присутствовали, потому что я вижу, что вы сейчас активно в этой сфере, да, проводите работу, но я очень мало об этом знаю. Я хочу об этом узнать. Леонид Романков, Совет по защите. А к вам можно, Василий Анатольевна? Два коротких вопроса. Первое, отношение к закону о иностранных агентах в вашей организации, да? И второй вопрос короткий. Ваши взаимоотношения с Квинтином Кабановым и с Распилом, Навальным и так далее. Если коротко. Да, то есть, ну, к иностранным агентам закона я отношусь с отвращением. Не, если не, вы про мое личное отношение. Организации, так сказать, какие-то угрозы есть? Нет, никаких угроз нет. Нет, ну просто потому что, как уже заметил Михаил Вениаминович, наша власть, она очень специфическая категория. С одной стороны, был принят закон об иностранных агентах, с другой стороны, деятельность антикоррупционных организаций, организаций, которые занимаются антикоррупционным просвещением, включено в перечень видов деятельности социально ориентированных НКО. Как вы знаете, в законе об иностранных агентах есть оговорка о том, что на социально ориентированные НКО этот закон не распространяется. На этом, я думаю, мы закрываем тему, если мы верим в верховенство закона. Да? Вот, минуточку, это только если он не противоречит. Давайте сначала докажем, что он противоречит. Вот, это первое. Нет, ну конечно, это неприятно. Это неприятно, потому что, скажем так, мы российская организация, я не считаю, что вообще существуют более патриотичные виды деятельности, чем противодействие коррупции в стране. И мы уже 15 лет занимаемся крайне патриотичным видом деятельности, а закон призывает, там, вот, например, экспертизу Алена сделала закон, а по этому закону, если вдруг нас бы признали иностранным агентом, мы должны были подписать экспертизу, сделанную Аленой, исходя из ее убеждений, разработанный иностранным агентом. Согласитесь, это невозможно с этических точки зрения, с патриотической точки зрения, потому что никакой связи между экспертизой и Аленой и иностранным влиянием не существует в природе. Да? Соответственно, мы к нему относимся вот с этой точки зрения крайне негативно, а у нас здесь присутствует вот член правления Центра Transparency International России. Наше правление выпустило довольно подробное заключение о нашей точке зрения на закон, он висит у нас на сайте transparency.org.ru. Руководитель нашего
председатель управления Михаил Александрович, доктор юридических наук, один из соавторов нашей Конституции Михаил Александрович Краснов, он дал юридическое заключение, то есть можете почитать, что конкретно нас беспокоит. Что касается Кабанова Кирилла Викторовича, который является членом правления нашего центра, и на этом, я думаю, вопросы о том, какие у нас взаимоотношения заканчиваются. Что касается Леши Навального, его распила, на каких-то ранних стадиях они у нас чему-то учились, мы встречались, ну, понимаете, мы же не можем изображать, что мы все друг у друга не учимся чему-то, да, мы все друг у друга чему-то учимся. В каких-то вопросах мы смотрим, что они делают интересного и заимствуем это. Гражданское общество тема прекрасна, что у нас вот это все перетекает, да, из аквариума с оранжевыми рыбками в аквариум там, с зелеными рыбками, да, и все это перемешивается и дает результат. Соответственно, мы... Вот, соответственно, я вообще считаю, что должно быть чем больше, тем лучше. Я вообще считаю, что, например, распилов в каждом городе должно быть 5, а может быть 15, а может быть 28. И кто-то занимается распилами в дорожном строительстве, а кто-то занимается распилами в строительстве домов, да, жилья. А не должно быть одного чего-то. Я вот как раз, ну, я-то как раз на этот центр смотрю, что как возможность помочь создать как можно больше центров разных видов деятельности. И об этом, собственно, я сейчас буду говорить в следующие 20 минут, о том, сколько этого всего можно сделать. И как раз я согласна вот с Пилой муниципальной, что людей, которые готовы это сделать, их много. Но зачастую люди не знают, каким инструментом можно, собственно, осуществить мониторинг распила именно в жилищном строительстве. Потому что там специфика законодательства, да, специфика определенного регулирования, это надо уметь. Не только желать, не только прочитав в интернете, ужаснувшись, вас желать антикоррупции. Надо же уметь. Любое действие надо уметь делать. Потому что самое поганое, это когда все представляют себе борьбу с коррупцией, это вскочил я на белого коня, взмахнул шашкой и поскакал, и сразу же бюрократы все перепугались. Я прихожу и говорю, да поле. Ничего они не пугаются, они тебе говорят, да идите отсюда, вместе с конем и с вашей шашкой. Вот. И те, кто занимается этим довольно давно, у нас тут много людей, которые с нами сотрудничаем уже 10-12 лет, знают, что настоящее гражданское противодействие коррупции – это крайне нудное, утомительное, незаметное действие, про которое никакое главная страница Коммерсанта, Ведомостей не напишет. Это ты сидишь часами, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и анализируешь закон. Вот Сережа Королев из Подольска расскажет. Сидишь и вычитываешь газету с объявлениями о продаже земель, да? Сидишь, читаешь 10 страниц, 20 страниц, и, наконец, находишь, где они спрятали вот этот, да, вывод земель. Вот ты нашел, потом ты читаешь все законы, все регулирования, находишь ту строчку, которую они добавили, чтобы протащить перевод земель, да? Вот это и есть. А уже то, что у тебя потом прошла пресс-конференция, гражданский активист остановил продажу земель, это спустя года полтора, после того, как на тебя завели дело. Три, да? И после того, как за тобой гонялись, после того, как ты был во всем виноват. И вот тогда наступает вот этот момент, когда ты на белом коне. А вот эти 3 года, их же никто не видит, да? Когда ты там борешься, носишь бумажку, приносишь, оспаривает и так далее. Поэтому это я уже не только вам, а вот всем, что мы-то как раз сегодня здесь, на эти 2-1.5 дня собрались, чтобы понять, что мы, как мы друг у друга можем научиться, чтобы минимизировать потери вот в этом длинном, незаметном периоде. И научиться друг у друга те инструменты, которые мы умеем делать, передавать через Mission Center, через нашу приемную, еще через кого-то, что я умею находить коррупционные схемы передачи земель. Я вас научу. Я умею делать, скажет Алена, экспертизу законодательства. Я вас научу. Мы умеем помогать, да, и откачивать их с помощью волокордина бабушек и дедушек, которых отняли коррупционеры. Квартиры, земли, 6 соток. Такие приходят. У нас приемный человек, работающий первым на приеме, это психотерапевт на самом деле. Извините, а можно тогда начать не с того, что в феврале когда-то соберется и будем обсуждать о том... Ну, я просто договорю одну фразу. Извините, Касаткин Алексей, еще. А можно просто начать тогда говорить о том, что когда мы будем обучать? И начать это уже в январе.
Давай. А насчет белой шашки мы знаем. Насчет белого рыцаря и коня и прочее. Мы знаем это все. Хорошо, Алексей, хорошо, если знаем. Вам не очень нравится... Нет, что я просто говорить? Сказал, что вперед, чтобы мы начали уже работать. Мы постараемся максимально ускорить процесс. Общество влиять. А на общество не будем влиять? Нет, на общество уже влиять можно параллельно. Но давайте начнем обучать тогда. И об этом поговорим. Давай. Нет, еще можно вопрос. А в чем тогда вот антикоррупционная деятельность отличается от обычных юридических клиник? Потому что... А юридические клиники – это такая же общественная деятельность. Я понимаю, но если я правильно поняла, вот сегодняшнее заседание, оно каким-то образом связано с антикоррупционной деятельностью. В то же время мы работаем непосредственно с гражданами, которых так или иначе... Юридические клиники приходят не только антикоррупционные дела. Юридические проблем, с которыми сталкиваются граждане, значительно больше, чем только кажется. Да? И юридические клиники оказывают самую разную юридическую помощь гражданам. Да, вот в чем тогда... А наши приемные, приходят только по вопросам, где гражданин столкнулся с коррупцией. Это специализированная, можно сказать, что это специализированная юридическая клиника. И когда вы, например, оказываете помощь приходящему гражданину, то вы тогда воздействуете просто на закон, или тогда... И на закон, или вы помогаете конкретному человеку. И, значит, ну, если это мы обнаруживаем в ходе помощи конкретному гражданину, что это связано с каким-то дырками в законе, то тогда мы стараемся влиять на закон. Более того, когда у нас есть несколько постоянно приходящих дел, которые показывают, что это даже не один закон, а целая сфера, да, регулирования, то тогда мы стараемся оказать влияние на целую сферу регулирования. Ну да, но это более длительный процесс. Да. А что тогда вы говорите гражданину, который пришел вам за конкретной помощью? Мы вмешиваетесь там в какие-то взаимоотношения? Мы помогаем ему составить заявление, если это из прокуратуры, это может быть СК, это может быть городские власти или местные власти, региональные власти. Мы можем пойти с ними. Нет, вы просто создаете какой-то... Как сказать, ну, какой-то пакет документов, не только. Вы знаете, для того, чтобы воздействовать. Проблема с коррупционными делами, и вот Леша мне не даст соврать, вот руководитель нашей приемной, во Владимире, может спросить, какие виды дел приходят, да? А проблема в том, что представление наших граждан, и, кстати говоря, вот то, о чем вы говорите, я с вами я просто вас так вижу, что мне приходится либо туда, либо сюда. Вот. Это ведь.